Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Монат, это Айзек. Вот, ну мы в прошлый раз Burstright открыли, Excel. Ой, не Burstright, подожди. Ну, кстати, Gimpy это хорошо. Gimpy это хорошо. Burstright, уж куда мне... И мамина линза тоже хорошо. Даже негде реролить. Ну, Гимпи можно было бы, конечно. Но не так хорош, как Клинзы. Вот, в прошлый раз мы прошли босс-раш за Айзека. И сдохли на Хаше. Вот сегодня надо бы, не отвлекаясь на Хаша, может быть даже, пойти к, собственно, Айзеку. Не попал. Ай, попал. Ну и пофиг. Ай-яй-яй. Не, можно было бы сохранить. Так. Но здесь нет ничего полезного. Вот это более-менее полезно. Ну только синие сердца тратить на такое. Не, можно было бы еще зареролить раз. Наверное. Бесит он как раз. Золотое говно. Так. Еще деньги. Так. Ну, здесь не особо есть чего полезного. Так. Good trip, давай на место. Даже, наверное, куда-нибудь пониже. Не знаю, насколько это будет хорошо. А каменный наносит мне урон? Ну, я не хочу особо проверять. Да. Ай. Окей, мы потеряли синие сердца. Синее сердце. Хреново как-то. И в магазине у нас нет синего. Гимпи, ну дай мне синее. Понял. А Гимпи зависит от удачи? Интересно. Интересно, не сдохну я с одним сердцем? О, пейнтед камень, но у меня нет этих бомб. Дай бомбу. Бомбу дай. Ладно. Чё-то громко. Еще деньги. Блин, там мухи летят уже ко мне вовсю. А там еще есть одна неприятная муха зеленая. Ай. Блин, эти мухи, я так понимаю, они построены на том, чтобы... Когда я уворачиваюсь от тех, которые по одной стреляют, они попали своей второй по мне. Так, пилюля. В какашках может быть что-то полезное, поэтому ломаем их все. Так, а пилюля что? У, Balls of Steel, отлично. Замечательно.
Окей, Ларри. Ай! Почему ты не окаменяешься? Я в тебя уже несколько раз попал красным слезой. Ну иди сюда, Ларри. Кого ты боишься? Я добрый, меня не стоит бояться. Ячмень, но это плюс к урону. Это хорошо. Близнецы, еще один тайнтед камень. Я так понимаю, он чисто отличается зеленый тем, что у него ребенок отделен сразу. А так-то это по факту тот же самый. Только зеленый и с отделенным ребенком. А, ячмень это. Все, я понял. Я просто подумал, что у меня слезы какие-то белые. А это из-за ячменя. Ячменные слезы. Ну, блин, это тоже урон. Так, хорошо, нигде нету, нет бомб. Нет, ну ладно. Пойдем, значит. Пропустим два тейнтед камня. Ну и... Ладно. Подожди, это что за шприц? Чтобы знать, какие шприцы это хорошо, какие нет. Так, мы идем в магазин, вдруг там more options. Гормоны роста. Гормоны роста is good. Amnesian. Спасибо, что убрал мне good trip. Так. Опа, бомж. Не, ну я, конечно, попробую сейчас еще походить, поискать заряды. Ай, как ты попал вообще, офигел. Лаки Пенни. Есть что-то на удачу? Глаз вроде на удачу, да? Линза, точнее, не глаз. Мамина контактная линза. Че, серьезно, только один червяк и все. Так, давай еще три комнаты. Либо одну большую, одну маленькую. Вот одна большая, хорошо.
И давай последнюю комнату, где? Серьезно? Одного заряда? Жалко для меня. Не, я не буду тратить одну бомбу. Ну ладно, тогда зайду в сокровищницу. Я даже поменять не могу. Ладно, тогда я мог у босса получить один. Ну ладно, пофиг. Тогда реролить в магазине не буду, зареролю в этом. В сокровищнице. Георгий младшая. Мукс... А, их на призываешь? Потом сама уничтожишь. Ай. Ай, вот как мне уворачиваться от нее? Отлично, еще синее сердце. И пошли реролить. О, Dead Eyes. Dead Eye. Dead Eye — это вообще круто. Получается, с каждым точным попаданием по врагу, ну или по вот этим штукам, у нас будет увеличиваться урон. И также с каждым промахом понижаться. Но не с каждым промахом. Вот, допустим, я не знаю на самом деле, почему из-за этих штук у меня повышается урон. Вон, уже 10. Офигеть. Ну и если стоять долго, вроде должен спасть урон, нет? Ай. Больно вообще-то. Но это главное попадать. Что я не умею. Это хорошо со стоящими врагами. Ну вы чё, меня окружили все. Так нечестно вообще-то. Ай. Зачем так больно? Иди сюда. Кс-кс. Страшно, очень страшно. Хорошо. И во вторую Кёрсу тоже зайдем. Так, ну амнезия мне точно не нужна. И кровавая работа тоже. Вот осталась одна. Экспериментальная. Самая страшная пилюля. Хотя может сделать
Одновременно и хорошо, и плохо. Откройся. Вот хотел увернуться. В итоге гимпи я активировал. Ну, кстати, достаточно неплохо работает этот Dead Eyes и Mom Contact Lens, когда типа останавливает врага. Блин, вот вы противные. Мразоты. Гишики, они, ладно, они нормальные. Давай, откройся. Сверху секретка, да? Давай, у меня достаточно долго активка стоит заряженной полностью. И чё, магазина нет? Не дадите? Где мой магазин, я не понял. Окей, тейнтед камень. Тоже хорошо. Кстати, здесь можем было бы пожертву приносить. Но у меня сейчас синие сердца, я их не хочу в жертву приносить. Так, Balls of Steel, хорошо. Ну ладно. О, вот это! Вот это обязательно. Вот ради этого я и хожу сначала в магазин. Жесткая любовь лучше. Ну все, к боссу. Отлично. Так, еще. Так, скорострельность. Ну ладно, хорошо, возьму. Норм. Но я пока что не хочу тратить синие сердца. Финский снайпер. Что это у нас? Пуберти. Старость. Ну ладно. Или не старость, это переводится. Промазал. Да почему? О, вот это неплохо тоже. Окей, я потерял свои синие сердца, так что можно пойти по керсам погулять. Так, где у нас керсы? Снизу. Отлично. Отлично. Блин, вот тебя поближе, конечно, ну ладно.
Ну все, пока что не пойду по керсам. Это бы я тоже взял. В принципе, не особо, да и много дает преимуществ. Лампочка. Где? Опа, не попал. Чего ты не все мазила? Давай, спасибо. Куда? Да блин, магазинчик дайте. Испугался. Ну иди сюда поближе, чтоб я в тебя попал. Страшно, очень страшно. Ну, умри. Офигеть, он даже на меня не полез. Так, не понял, где мои магазины? Но заспавнился там как раз таки, где меня окружили. Так, это сокровищница, а мне нужен магазин. Окей, понял. Черные вы... О, замечательно. Если еще из вас выпадет. Ну ладно. Ладно, Balls of Steel. Вот магазин, собственно. Хотя зачем мне магазин? Я же, у меня же уже есть more options. Чё-то я как-то затупил. Немного. В данный момент. Шо, вы прям на меня прыгаете и подо мной спаунитесь. Body in the box. Люблю таких. Только денег нет? Ну ладно. А вот, собственно, и деньги. Ценой своей жизни добываю body in the box. Нет, так не получится. Окей, допустим. Ага. Угу. Не, подожди, где магазин? Вот здесь магазин. Блин, жалко то, что здесь нету этого. Не, ну легкое монстра я точно не буду брать.
А здесь мне просто я не могу пройти. Так что пошли. Клоки. Ай. Ну все, уходим. Это уже получается будет этаж с мамой, да? Да. Офигеть, косточками стреляет. Прикольно. Он может дать бенчитер вот этот? Это что же HPA по факту? Вирус хорош. Угу, конечно. Куча денег. Ну, блин, можно тебе попробовать как-нибудь аккуратненько задонатить. Пятый, пожалуйста. Пятый. Пятая кость. Шестая, блин. Не, не буду открывать. Мне еще на сокровищницу надо ставить ключик. Или на что-то еще интересное. Ну иди сюда, поближе. В одном месте. О нет, давай лучше вот это говно. Это никак им не помешало особо. Почти испугался. Вот это хорошо, вот это надо. Охренеть. Какой там большой. Скот. Обманули меня. Ты сможешь попасть по ним? Отлично, еще одна батареечка. Только магазин-то до сих пор не найден с сокровищницей. Отлично, сокровищница. Так, паразитоид. Лил Дампи, да? Почему нет? Лил Дампи, имба. Спасибо, Лил Дампи сейчас спас меня. Вот почему он, собственно, имба. Лил Дампи. Где ты? Да ты дебил, почему ты противоположно от меня в сторону полетел? Окей, ресток. Black Candle это имба. Ладно, нет смысла больше крутить.
Подожди. Мы можем еще... А, нет, мы не можем, у нас денег нет. Смысл. Смысла нет. Окей, это атакующая мама. Негатив это у нас урон. Ну ладно. Идем дальше. Ну ты мне уже ничего не дашь, ты мне уже давал. Health down. Это что сейчас было? Что за слезки? Черные. Вот такие. Прям как при трапликомиде. Вроде. Окей. Пердун, ты меня на самом деле спасаешь. Много. Отлично. Ты даже от этого мне сейчас помог? Или нет? Или мне показалось? Пердун. Прикольный ты, Дампи. Деньги мне не нужны. Нету ничего интересного. Ну, ключ ради ключа это дефолт. Так, здесь у нас Кёрса. Здесь идем дальше. Там ничего не будет, да? Нет, не хочу. Ай, дурацкое говно. Ну, это, понятно, там шипастый камень. Я не готов ради руншард идти по камню колючему. На, легкий босс. Получается, еще от слез меня спасаешь, Дампи. Дампи, я же до тебя докоснулся. Ну ладно, HP up. Выживаемость возьму. О, замечательно. Еще.
Здесь, правда, немного получится. Хотя нет, на самом деле много достаточно. Мне кажется. Но у меня последний ключ. Мне нужны ключи срочно. Дать ключ. Разделяющиеся все. Ай. Вот почему дампи ты меня не защищаешь от этого? От следов кровавых. Не нужны мне ключи, мне нужны... Ой, не нужны мне эти. Монеты, мне нужны ключи. Там же может попасться какой-то ангельский предмет, да? Было бы было бы славно. Замечательно. Но только где мои ключи? Не, я еще погуляю. Я еще ключи поищу. Да серьезно? Не, я уже нигде не смогу, да? Жалко. Нет, я могу в большую комнату пойти. Где ключи все мои? Ну так нечестно, Данка. Так нечестно. Почему, когда ключ, то в таком неподходящем месте? Ну да, на хаше я точно не успею, но не особо-то и хотелось на самом деле. Я нуждаюсь в ключе, дайте ключ. Спасибо. Так, где-то вот здесь. Еще дайте ключ. Вы же можете дать ключ, да? Да, могут. Нет. Ну все. Полностью его открыли, я счастлив. А, я думал, блин. Сейчас, подожди, мать. Ой, страшно. Айзек. Пойдет на Айзека. Вообще Агнеса хорошо бы убить за Айзека нам. Чтобы открыть этот... Триньку, чтобы открыть ласта. Хорошо, мы заморозили эту хрень. Мы ее разрушили, хорошо.
Окей, сейчас я вижу трапликомид. Надеюсь, это реально трапликомид. Мне бы Айзека поскорее. Страшно с самонаводкой. Страшные враги с самонаводкой. Я их боюсь. Ну вот, собственно, все. Босс Айзек. Ты куда ты? Хорошо. Хорошо. Дампи. Отлично, Дампи, спасибо. Да, Дампи смог. Дампи смог, мы смогли. Шизофрения у Айзека. Убил самого себя. Ну, Айзек Тирс не особо хороший предмет. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. И не забывайте заходить на сервер NewGraft. Ну, используйте мой промокодик, типа пишите slash monot нижнее подчеркивание world, наверное. Ну, я уточню, там исправлю на монтаже. Также пишите free... Что-то там, короче, тоже на монтаже я вставлю. И получайте бесплатные кейсы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.